В Саратове еще на 131 заболевшего коронавирусом стало больше, и это только за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, часть из них госпитализированы в больнице областного центра. Всего же за время пандемии опасные инфекции уже переболели более 20 тысяч жителей, а число сделанных тестов на ковид приближается к численности населения Саратова. Сотрудники местного Роспотребнадзора напоминают, что гражданам необходимо носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, на парковках, в такси и даже лифтах. Ночью в центре Саратова горел деревянный дом, об этом сообщает в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам сотрудников ведомства, после полуночи на Большой Горной вспыхнуло пламя. Загорелся деревянный дом. Была угроза распространения на соседнюю жилую постройку, однако огнеборцы справились и не допустили этого. На месте работали 4 пожарных расчета. Сообщается, что никто не пострадал. Саратовцев предупредили о масштабном отключении воды. Произойдет это на днях. Об этом сообщили в пресс-службе городских концессий водоснабжения. По словам коммунальщиков, краны пересохнут в Кировском районе. Поэтому жители 9 и 10 микрорайонов и поселка Солнечный 2 просят запастись водой. Связанные неудобства с ремонтными работами, специалисты предприятия собираются ремонтировать трубы. Они серьезно прохудились. Эксперты напомнили, что использовать питьевую воду после завершения работ в течение 2 суток лучше только в кипяченом виде.